Всем привет, с вами Мегамарк 004 и Тунико. Ты тут? В общем, сегодня мы будем играть на сервере GoodCraft. Этот сервер очень крутой. Да, он действительно очень крутой, я вам советую здесь поиграть. Да, тут, короче... Не, мы вам скинем в описании. Смотрите, у нас вот тут очень много сундуков, да? Тут у нас вот нам продали вот это яйца всякие... Тут дюб нам, тут есть дюб и тысячный левел. Видите, у нас тут много вещей, все это мы честным образом добывали, если что. Ну, может, каких-то игроков упадало, может, там, еще какие-то там, не знаю. В общем, сейчас мы будем здесь играть, не знаю, что мы будем делать, в принципе, я уже тут все сделал. Хотя нет. Вот куда пойдем сейчас? Куда пойдем? Ну, давай... Не, пошли на варп ПВП, шахта нам вообще не нужна. Да, сейчас будем тут пытаться кого-нибудь убить, хотя не, я уверен, меня убьют с одного удара. Тут тысячный левел, потому что недавно. Да, тут тысячный левел. Ничего. Знаешь, что тут лежит? Тут деревянный меч. А нас убьют с одного удара. Может быть. О, ничего себе, сколько тут вещей. Спасибо. Они мне еще могут понадобиться. Тут Оквендер разочарованный. Что это я, это я. Нам бы стоило взять меч. Ой, не меч, а зелье на 1000 левел. Нет, у меня есть деревянный меч, зачарованный на все чары, но не на 1000 левел. Он нас уже, кстати, стреляет, ты в курсе? Смотри, у меня еще есть. Меня убили. Подбери мои вещи. Если что, я их сейчас опять возьму. Так, что бы. Так что. Не, пулемет. Я сейчас беру невидимость и... Короче... Варп... Ничего... Не надо, я тебе сейчас возьму на ПВП, тут же эндер сундуки. Вот и где хотя бы. Я вот держу... Короче, знаешь, тут такую лестницу? Знаешь, такую лестницу, как бы... И там такая, как бы... Как тебе объяснить? А, вон ты, я тебя вижу, вот, подожди, вот я, видишь, я держу, не бей меня, вот, видишь, я держу зелень невидимости. Сейчас, подожди, иди и, стой, лови, сзади, быстрее, все. Я теперь побежал вперед на башню, иди просто на башню, я тебя там буду ждать. Ай, так. Обязательно. Давай. Да, я на башне уже. Если что, я держу алмазный меч в руках. Это я. Ой, я чела вижу. О, нет, тут еще кто-то, это не я. Ой, прости, я хотел ударить тебя, извини. Сейчас я уберу что-нибудь из инвентаря. Где? Ага, я вижу. Чего? Сейчас я убью. Куда он, кстати, пойдет? Он исчез? Даже его ник исчез. Вообще-то, наверное, нет. Ну и где он? Угу. Он меня убил! Ладно, давай, короче... А, ну больше... Ну, я не пойду уже на ПВП. Я не знаю, куда я сейчас. Короче, я даже не знаю. Пошли на спаун, я не знаю, там что-нибудь посмотрим. Так, спаун. Мобов? Зачем? А, ну, даже не знаю. Ну, можешь сходить, я к тебе потом тпшу. Сейчас мне тут кое-что надо сделать. Ну, в принципе, уже на сервере нечего делать, так как у нас уже почти все есть, но нам осталось еще там парочку вещей. Да, вот так вот. Ну как? Ну, в принципе, мы уже тут все сделали. У нас, наверное, все вещи есть, да? Ну, почти. Которого мы никогда не добудем. Ну ладно, потом, может, разберемся. Так, в общем, я иду и на спаун. Ну, на спауне, короче. Ищу какого-нибудь игрока. Вот, я его уже нашел. Я его сейчас сзади попробую убить. Не знаю, сон... Я? Я на спауне, все, я его убил. Хорошо. Так, что-то... Ничего интересного. Я на спавне. Точнее, я за спавном. Я за спавном. О, ничего не укажешь, тут вещей много.
За спавном, да. За спавном. Ну, у него тут ничего, в принципе, интересного. Все это у меня дома, блядь. Ну да. За... Да, он что-то за красной шерстью, что ли? Я уже не помню. А если что, вы можете меня на сервере встретить. Может быть, мой ник Чапшот. Да? А у тебя какой ник уже забыл? У тебя какой ник я забыл? А, туника, точно. Ну вот, туника, да, можете еще встретить. Ну еще можете тут... Вдруг Джикофи еще, ну это Леха. Может... Да не тоже, но иногда, может, я по будням не буду сюда заходить, не знаю, потому что у меня времени мало. По... О, я спрута нашел. Так, что тут у нас? Крипер? На тебе. Ну тут ничего интересного. Тут какая-то башня только. А, дома гриферить мы, наверное, не будем. Смысл их гриферить, если у нас и так уже все есть. Мы их вообще никогда не гриферили. Честно говоря, вот если честно, я вот говорю, что я тут ни разу не... Я ни разу тут... Кинул. Все, я в тебя кинул. Ты невидимый. Так, вот куда идти? Куда идти? Держи что-нибудь в руке. А, это ты и так же пулемет держишь. Так. Думаю, вы, зрители, зайдете на этот сервер. Да? Вот он очень крутой. Не, он реально очень крутой. Тут, ну, как бы, все есть для нормального выживания. О, что я нашел? О, у меня хвоя есть. Так, что мы выкинуть? Кожа. Что? Она отстойная. У нас так алмазная есть. Так, что тут? А это что, домик не заплеваченный? А, заплеваченный. Ну, все равно тут ничего интересного. Мне не нужна, на лучше алмазную тут взять. Так, у нас тут какое-то непонятное место. Что тут? Все затрачено? Ладно, все равно это ничего не надо. Опа! А, у нас обсидиан есть. Я уже думал, что... Опа, что я нашел? Я нашел довольно-таки редкий блок. Так он, скорее всего, затрачиваченный. У меня голова критера есть. А, ну у меня же и так была. Точно, я же забыл. У меня, кстати, тоже. Ты же какого-то игрока видел вроде. Или мне показалось. А, знаешь, я могу сейчас сделать? Подожди, а тут есть интересная команда Head? А, ты не имеешь права, ну ладно. Жалко. Так, что тут? Знаешь, я хотел варпшоп. Я хотел на варпшоп ходить. Там мне надо одну вещь купить. Под названием... Я голову скелета купил. И пишу хоум, и... Почему одна секунда-то? Вот, все. Так, что тут у нас есть? А у меня она и так есть. Я губку где-то нашел там. А... Губка. А, да, кстати, мне надо новый сундук опять делать. Ну да, у меня 8 губки есть, я ее могу зюпать. Мне, короче, надо делать новый сундук. Сундуки. Они уже все заполнены. А, вот, 62 сундука. Ой. Так, куда бы поставить? А вот если вот так сделать, сын. Ага, вот. Все хорошо. Вот так вот, все. У меня теперь лоза есть. О, у меня есть золотая морковь зачарована на все. Хотя не знаю, зачем она мне. Я пошел. Давай я к тебе точно сейчас. Все время забывай, какой у тебя ник. А, все, вспомнил. Ой, я ник там отправил. Ты сейчас на сервере? А, я тебя не так набрал, Тунико. Вот. Давай, принимай запрос. Ну, ты зря, конечно, ну ладно. Просто я хотел... О, сокровищница! А, ну ее разграблены. Да, я же невидимка, я алмазный меч. Я тебя не вижу, кстати. Тут... А кто тут, интересно, был? Тут кто-то Редстоуна наставил.
Ну тут очень много рациона. Короче, я сейчас домой, так вышли? Мне, короче, нужна еда. Я сейчас золотые яблочки возьму. Через... Давай. Так. Сейчас, подожди. Принимай. Зачем нам свои зомби? У нас самое крутое на этом сервере. Сейчас. Кстати, на этом сервере не стало, знаешь, мне стало очень сильно вести. Знаешь почему? А вот, например, вчера я на PvP кого-то там убил одного чела. Из него 1000 левел выпал. А на этот раз мне везет, потому что нам у нас это есть. Теперь яйца призвания всех мобов. Ведьмами? А как? А, молоко нужно. Надо молоко. Чтобы. Надо, короче. А вот нет у нас коровы. А! У нас же яйца в призвании, все вспомнил. Я потом, давай потом. Я. Потому что смысл на это тратить время. О, что это за домик, кстати? Я заплеваченный. Да там все равно ничего интересного. А, да, кстати. Знаешь, мне не хочется сделать в своем домике. Мне надо маяк построить, чтобы. Вот что за домик? Он, скорее всего, креативщика. Это, скорее всего, креативщик построил. Или нет, я не знаю, но как-то похож на... Хотя нет, я тоже такой могу построить. О, он не заплеваченный. Ты в курсе? Он не заплеваченный, тут лежит все в сундуках. Тут там ничего интересного. Но у меня таких нет. Костной муки, например, у меня нету. Короче, мне нужна земля. Я немного в другом месте, ну, может попешнуться. Тут реально он не заприваченный даже. Самое интересное. О, у меня картина теперь есть. Хорошо, хорошо. Ну, игрок сам виноват, что он. Я домик найди такой огромный. Помнишь этот домик? Реально нету. Я у меня теперь. У меня 4 картины. Но он сам виноват, не виноват. Ой, не, ой, точнее, что это такое? О, ножницы. Ну, домик, помнишь, я тебе показывал? Как ты там был, если я у Гриферю сейчас? Тут столько лежит все. О, зачем ему такие вещи? У него тут... О, молодец. Так, ну у него тут ничего интересного. Нет, я не буду. Мне тут нужно украсть. Что? Нет, я у меня вообще ни одного твоего звука не слышно. Это у него столько ой, блоков ты бы видел. Это... Не, ну это реально. У него столько... Вот, я лед заберу. Остальное все у меня есть. Что он? Нет, мне надо тут разобрать у него все. Все, что? Он сам виноват, что не взрыватил территорию. Ты ТП ко мне лучше. Я тебя уже тут... И ты просто побудь в этом доме, и я... О, у него украшенная бронька есть, зачарованная, все. Нет, ты ТП ко мне и оставайся тут. Только ничего не забирай из сундуков. А я домой ТПшность, очищу свой инвентарь. И... Нет, ну, конечно... Все, и короче. О, я блоками. Там земля была, я ее просто. Сейчас я сложу все сундук. Тут так это все надо сложить. А он у нас есть. У меня есть. Я сейчас это все сложу. Все. Давай я к тебе ТП сейчас. Так, кал, туника. Два. Не, ну это классный домик. Ну, повезло. Ну, хотя там ничего удивительного, но все же. Вот, например, костной муки у меня не было. Давай быстрее, принимай запрос. И вот тут костная мука была, железный прутья, лоза, сгустки слизи. У меня их, кстати, никогда не было. Так. А ты забрал броньку, да? Ладно. Да-да-да, я уже забрал. Так, у него тут что-то было.
Интересно, у него тут еще... Не, у него, походу, тут ничего интересного. Я пошел наверх, посмотрю, у него там еще сундуки есть. Да, о, сколько у него сундуков. Не, ну это райский дом. Это реально... Ты бы видела, что у него тут лежит? У него столько всего, у него столько блоков. Я даже не представляю себе. Как он так добыл? А, она нам не нужна, она у нас есть. Тут рамки еще главное. Тут все есть. Ничего себе. Я заглянул. Я уже видел это. Это вообще. Это супер дом. Я не знаю, как автор домика забыл его запрямить. О, звездочка! Я нашел звездочку. Все, это райский домик. Я тут, короче, все забираю. Так, у него тут мечи, которые нам не нужны, потому что у нас уже все это есть. Нам очень сильно повезло. Пошли, у тебя есть кирка? С собой. Трекпэй наверх. Я сейчас возьму куку. Сейчас я какой-нибудь... Можем вообще... Да, она у меня тоже есть. Трекпэй наверх, плиз. Ты... Давай... Плиз, отдай мне все свои твои вещи. Ну, точнее, которые с меня выпали. А, ну ладно, тогда я давай. О, все, спасибо. Так, а, ну, прокопай наверх. Наверх, наверх, вот этот. Какой-нибудь блок сломай наверх, чтобы мы пробрались. Ну, кирка же с тобой есть? Во, все, спасибо. Смотри, сейчас я возьму какой-нибудь блок. А, вот есть каменные плиты. Подожди, отойди. Угу. Так. Отойди ты. Отойди. Сейчас. Все, тупой ко мне, тупой ко мне. А, тут ничего интересного. Тут, может, даже не телепортируется. Тут просто железно. Ты пышнешься? Ну, давай. Тут, кстати, можно осмотреть местность. Хорошо, но тут... Угу. Ага, все. Смотри, видишь, тут ничего интересного. Тут даже... Сломай, плиз, вот эту вот же... какую-нибудь железную решетку. Давай смотрим, может, тут еще какой-нибудь домик есть. Прокопай хотя бы одну, я спущусь. Ты можешь тут пока что побыть. Да, оставайся на крыше. Я сейчас куда-нибудь схожу на какой-нибудь домик. Не, у меня реально вопрос возникает. Как создатель домика забыл его заприватить? Кстати, его, мне кажется, его уже кто-то разгриферил. У него там немного такое чувство, его разгриферили немного. Не, ну реально, это похоже. Я знаю даже, кто этот домик построил. Скорее всего, либо админ это. Может, это старый дом админа? Чё? Где? Какой домик-то? Ой, я еще один райский домик нашел, но он заприваченный. Давай, это, тебе ТПшится? Да, я где-то вышнулся. ТПшуюсь. О, какие... Ты бы видел, какие тут баги с водой? А, у меня мир не прогрузился, я не вижу его. У меня не до конца мир. У меня не до конца... А! Ничего себе домик! Это точно креативщик, кстати, построил. Да, у него уже столько блоков. Не, нам повезло с домиком, кстати, да? Давай. Ну, в принципе, я думаю, гриферить это нормально, так как автор домика сам виноват, что он его не заприватил. И, в принципе, мне кажется, он ему вообще не нужен был. То есть смысл, он ему просто оставил и все. И у него сейчас столько вещей было. Ну, и либо это нуб, он надеялся, что это... Типа, ой, мой домик никто не тронет, да? Я уже иду. Я уже поднимаюсь. Он, скорее всего, заприваченный, я уверен. Сейчас проверим. Да, он заприваченный. Ой, ничего у него тут ферма. Да я знаю. А воронку поставить. Но, а тут все заприватчено. Там, не, а там не только землю. Там что угодно. О, я игрока вижу, я игрока вижу. Погнали за мной. Я видел вообще ник.
Вон он стоит. А, он уп, походу. Главное, чтобы он меня не убил. Ща его прикончу. О, все, он пересрался, короче. О, нет, все, не страшно, я домой. Он меня ща убьет. Ща, все, ща, не повезло. Да все, я уже убежал от него, иначе если бы он убил, у меня бы все вещи пропали. О, нет. Теперь я буду... Я украшаю домик теперь, буду украшать. Мне, короче, мы украли же оттуда рамки, да? Я сейчас их сдюпну и буду у себя их ставить. Рамки это красиво. Так, вот так сделаем. Тут поставим, не знаю зачем. Вот тут может быть. Тут так, я... А, хотя... Нет, наверное, тут не надо. Потому что тут сундуки скоро будут. А, вот тут надо было ставить, вот все. Теперь мне надо какую-нибудь такую вещичку. Какую-нибудь, ну, например... Ой-о-о-о! Ничего, у него тут золотое яблоко какое есть. Но зачарованное на все. Нет, не тычное, такое простое. Ну, то есть на все чары только... Ну, ты понял, надеюсь. Блин, как он... Как нам повезло с домиком, да? Ля. Смысл? Не, ну, нам очень... Знаешь, как... Ты сейчас где? Ты дома? Знаешь, что мы могли бы сделать? Мы могли бы его на себя заприватить и все, мы просто могли бы там... Блин, мы... А, хотя ладно, ничего страшного, но если найдем его, переприватим на себя и все. Его даже никто не сможет тронуть. То есть, если что, мы могли бы там без проблем перетаскивать. Подожди, а где мы его нашли? Помнишь, как мы туда шли хотя бы? Не, а, блин. А, ладно, народ, думаю, закончим на этом серию. IP-сервер я оставлю в описании. Не забудьте зайти на сам сервер, он очень крутой. А, да, вот, видите, как нам с домиком сегодня повезло, да? Ну, короче, ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Марк, всем пока.